В республике обсудят перспективы развития потребительской кооперации. Уже в ноябре представители Центра Союза страны проведут в Чувашии выездное заседание. О перспективах совместной работы зашла речь на всероссийской выставке «Золотая осень». С подробностями Дмитрий Ковалев. Яблочные соки прямого отжима в республике начали реализовывать недавно. Для переработки фруктов в Австрии был приобретен специальный комплекс. За год мы переработали в пределах 250 тонн яблок, получили сок около 120 с лишним тонн. И вот лучшие образцы продукции представили здесь, на этой выставке. Яблоки перерабатывали и раньше, но не в таком количестве. Из фруктов производили варенье и джемы. Но большим спросом сейчас пользуются именно соки прямого отжима, которые полезны для здоровья. Продукцию уже поставляют в другие регионы. У нас вот совокупный объем деятельности по производству годовой составляет более 1 миллиарда рублей. И сегодня, естественно, мы выставили самое лучшее, что у нас есть. Сама выставка, она дает возможность в первую очередь представить продукцию свою и в то же время поучиться у других сельхозтоваропроизводителей. Здесь очень много различных экспозиций. Мы, конечно, учимся, перенимаем опыт. Сейчас предприятия потребкооперации принимают от фермеров мясо, фрукты, овощи и молоко. На первый план выходит глубокая переработка. Увеличить долю глубокой переработки на территории Чувашской республики. Я уверен, предприятие справится. В пищевой переработочной промышленности 7 основных проектов, если с мелкими, около 30 проектов разных инвестиционного плана реализовываются. Единовременно сегодня строятся новые комплексы. Среди них очень современные инновационные комплексы. Даже в России нет некоторых из них, да, которые строятся по этим технологиям. Единовременно строятся комплексов на 7000 стойловых мест. В Центросоюзе республику называют лидером по развитию кооперации производителей и потребителей. Мы рассматриваем республику Чувашия как регион, как ускоренного развития потребительской кооперации в стране. И на базе вот передового опыта Чувашии будем проводить наше совещание и расширенное заседание Совета Центросоюза. Очень важно сегодня наладить реализацию фермерской продукции в торговых сетях. Одиночный производитель никогда не в состоянии выйти на зарубежные рынки, хотя продукция очень востребована во многих странах. Он не может войти в торговые сети. И если мы обеспечим сбыт, а производитель обеспечит качество, то тогда вот все, что мы видим, во много раз больше произведут. И не надо их стимулировать, подгонять. Пути расширения сбыта продукции обсудят в республике уже в ноябре. По итогам выездного совещания в Чебоксарах планируют выработать дорожную карту. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика, из Москвы.